Всем доброго времени суток. Бытует мнение, что цифровое управление макетом – это дорого. В этом видео я расскажу, что это не так. Поехали! Самый простой вариант – командная станция DCC++. Для ее изготовления понадобится плата Arduino Uno, Motor Shield и два провода. Соединяется она таким образом: разъемом вставляется мотор-шилд сверху и ставятся две перемычки между 10 и 12 пином и между 13 и 5 пином. Таким образом мы получаем готовую командную станцию, которой можно управлять при помощи программы Gemini с компьютера или со смартфона, при помощи программ WildThrottle для iOS или Engine Driver для Android. Не всегда удобно использовать компьютер, поэтому ваш покорный слуга сделал частичную реализацию WildThrottle сервера. Для этого понадобится плата ESP-Duino Shield на базе ESP-13. И этот шилд ставится просто сверху мотор-шилда, в него закачивается свой скетч, и можно управлять с планшета или со смартфона локомотивами и стрелками без использования компьютера. Следующий вариант использует разработку нашего немецкого коллеги Филиппа Гатова, который на базе Arduino Mega сделал аналог ROCCA Z21. Данный вариант является облегченным, он не имеет интерфейсов ExpressNet, LocoNet и S88, но зато не требует пайки, и для его изготовления понадобится Arduino Mega, Ethernet Shield и Motor Shield. Он позволяет управлять локомотивами и стрелками как с компьютера из программы RockRail, так и со смартфона или планшета из программы Z21 Mobile. Но для ее подключения требуется внешний роутер. В разработке Филиппа есть модуль Wi-Fi, но он требует пайки. Наши китайские друзья выпускают вот такую замечательную плату. Это Arduino Mega с интегрированным модулем Wi-Fi. Используя эту плату, можно обойтись без роутера, подключаясь к Wi-Fi сети самой платы. Также этот модуль может подключаться к роутеру по Wi-Fi, что позволяет отказаться от Ethernet Shield и лишних проводов. И для этого понадобится только сама эта плата и Motor Shield. И вот таким образом у нас есть готовая командная станция без лишних проводов, позволяющая управлять локомотивами и стрелками. Ну что ж, давайте посмотрим, как можно управлять командной станцией DCC++ при помощи программы Gemini. Программа имеет несколько окон. Сейчас запущена панель управления самим локомотивом, также таблица стрелок, которые можно переключать из таблицы или переключать вот в этом окошке, непосредственно меняя адреса. Будут переключаться. В программе есть свой Wi-Fi сервер, к которому можно подключиться при помощи смартфона или планшета и управлять локомотивом уже с планшета или с мобильного устройства. Также видите, что меняются положения движка и в самой программе. Также могу из программы управлять. И на смартфоне также видите, что меняется положение регуляторов. Вот вкратце все о том, как происходит управление DCC++ при помощи программы Gemini. И в заключение покажу работу командной станции A21 через программу RockRail и через программу Z21 Mobile со смартфона. В RockRail есть трек-план, с него я могу переключать стрелки, управлять локомотивом. И обратите внимание, что в мобильной версии также сразу загораются индикаторы, которые я включаю в программе. И при переводе стрелок, стрелочки точно так же здесь меняют свое положение.
И при управлении из Z21 Mobile, Frograil, также все кнопочки включаются и выключаются. Представленные варианты могут использоваться как начальное решение, а также для управления небольшим макетом в автоматическом режиме. И Gemini, и Rockrail позволяют это сделать. Надеюсь, информация была полезной. Не забывайте подписываться на канал. Не забывайте включить колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео. Спасибо за просмотр. Всем удачи. Пока-пока.